Уже к 1 мая пешеходная часть Ленинградской преобразится. Здесь будут клумбы с цветами, заработают фонтаны, приведут в порядок плитку и лавочки. Чтобы оценить объем предстоящих работ и расставить акценты, глава города Елена Лапушкина провела выездное совещание с участием представителей администрации района и профильных департаментов. Самое главное – колодцы, по сетям посмотреть, и после этого уже укладывать. Особое внимание объектам потребрынка. Они должны вписываться в общую концепцию улицы. Не загромождать, а украшать главную пешеходную зону. А их можно сделать в одном стиле? Архитектор, мы в том году собирали, здесь у нас намного больше объектов было. Мы очень много расторгли и договорились о том, чтобы были не в створе. Вот такие вот будут заказаны. Нам область дает грант 81 миллион на туризм. Они вписываются? Вписываются, да. Галахов смотрел тоже. Осмотрели и улицу Куйбышева, где проводится комплексный ремонт. На большом расстоянии от площади Революции до Шостаковича меняется полностью у нас плитка. Деревья новые сажаем, ограждения, разметка, все, что с этим связано. Ну и тоже традиционно, соответственно, задача поставлена району по приведению фасадов в порядок, объектов потребрынка. Ну и как бы общие там есть у нас небольшие недостатки, которые тоже указаны главой, и поставлена задача под ликвидацию. Уже в майские праздники самарцы и гости города смогут насладиться прогулками по центральным улицам Самары. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.